Хотите мастер-класс придумаю по этой технике? Видите, сначала надо придумать какой-то узор, расчертить, сделать какой-то чертежик и на бумаге попробовать. А потом, в общем-то, можно играть с цветом. Можно придумывать разные шашечки, фишечки и пробовать разные материалы. Вот, но если орнамент, то я еще несколько слоев опробую всегда. Смотрю, как лучше, чтобы просвечивала черная краска, или чтобы просвечивала белая краска, или чтобы бесцветная была. Вот это на другой коже. Вот самые главные секреты заключаются в том, как все это закрепить. Ну и вообще на каждом этапе тут есть такие сложности, которые надо сразу знать, чтобы работу не испортить.